Россия призывает. справляется. Если Россия справляется и будет идти до конца, тогда зачем им призывать всех? Они не всех призывают. Очень много приходит, кто сами приходит. Ну и много, и много кого, и много кого призывают, которые и с детьми, и с инвалидностями, и даже ну, не хочет много таких людей. Сколько со стороны свалило людей из-за этого? Это уже другой вопрос. Это уже чмошники. Это уже, если они свалили, то пускай нахер идут дальше. Ну а если люди не хотят умирать за чужие интересы? За какие за чужие интересы? А? Ну, люди умирают. Да, ну а ты, то есть ты хочешь. За Россию, за свою мать. За Россию! Но если я. Почему я должна умирать за свою страну? Если я хочу жить. Хуи у тебя ты за это самое. Ну тогда пиздуй тогда с этой страны. И пускай там тогда это ну. самое. А что делать? А умереть? Что, чтобы. А почему? То есть, ну подожди, у тебя есть сын? Есть у меня сын. И ты отправишь его умирать? Отправлю, если надо будет. Ну, тебе не жалко его будет? Жалко, а что делать? Что он приедет, чтобы он тебя приедет, что он тебя уедет в пакете. И я бы прям пошла. Приедет в пакете у тебя. Тебе нормально? Я бы еще подумала, когда вот была война в Афганистане. Вот там, да, там жалко. Там ни за что. Гибли наши. А сейчас за что? А сейчас за что? За то, что вот эти вот нацисты, чтобы нам не ставили. Какие нацисты? А где нацисты? Типа, смотришь передачи, никакие, что они творят и что они делают. Ну, что они творят, что они делают?